Привет, с вами Айлинс, добро пожаловать на мой канал. Да, я знаю, что мы с вами очень давно не виделись, но мы сейчас это исправим. Пока еще идет лето, я подготовила для вас два классных летних видео. Надеюсь, они вам понравятся. Так что подпишитесь на мой канал и ставьте пальчики вверх. Поддержите меня обязательно. Для DIY нам понадобится ведро. Подвинули. Так, литр воды. Вот на бутылке я показываю. Литр, фэри. И обязательно глицерин. Так, бутылку открыли, крышку вылили, льем. Это не минеральная вода, это обычная вода. Так, все, вылили. Теперь, что мы дальше делаем? А, теперь стакан взяли, что-то там показали. И вот здесь вот отметили пальчиком, что до сюда нужно налить нам фэри. Льем фэри. Не льется, давим. Давим на фэри. Так, все, не знаю. Нет, не хватило мне так, долила. Теперь выливаем все в ведро. Вот, правильно, выливаем все в ведро. Так, я экономная хозяйка. Сейчас мы все, чтобы у нас было все как надо. Так, глицерин у экрана. Так, это мы в аптеке купили. Выливаем тоже у нас 20 мл глицерина. Помешали. Вот я так, бутылку куда-то я выкинула. Ладно, мешаем руками. Руками мешаем. Пены нет, фэри испорчена или нормальная. Ну, в общем, это нормально, что пены нет. Все получилось. Так, теперь я нитки. Нитки отмеряю, шерстяные, обычные, голубые. Не знаю, почему голубые выбрала. Какие были, видимо. Так, отрезаю все. Так, вот у меня есть спицы. На спицах написана цифра, но не знаю, сколько это. Это большие спицы. Вот я завязываю. На узелок надо завязать нитки. У меня не получается что-то. Я там навязала. Так, хорошо, теперь вторую завязываем. Так, с этой стороны нормально все завязалось. Все отлично. И на узелочек раз. Так, все получилось. Раздвинули палочки. И еще шерстяные нитки наматываем. Так, в 4 ряда тоже. Это длиннее должно получиться. Так, все. Отрезаем лишнее. Куда-то тоже клубок выкидываем. Так, и завязываем. Завязываем. На узелок все завязываем плотно, вот так вот, чтобы мыльные пузыри не оторвали нам нитки. Так, и с другой стороны все падает. Так, плотно тоже все завязали. Так, вот там что-то завязываем. Все хорошо завязывается, все отлично. Не получилось, все равно так получится. Все завязали плотно, все отлично. Лишнее отрезаем. Лишнее отрезали. Так, с двух сторон отрезали. И тоже куда-то все выкинули, все убрали. Показали, что у нас петля. И вот так по траве. Тоже вводим по траве. Вот так вот. Все отлично получилось.